Да. За руки подержитесь, потом скажите что-нибудь такое с Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. Какие вы молодцы, какие вы молодцы, какие вы молодцы. В этом доме все классно и здорово. Мы сюда приходим каждый раз с ожиданием счастья и радости. Что-то вы редко-то приходите, друзья дорогие. Что-то редко, но метко. Ну, метко, да. Здесь действительно очень нравится. Здесь волшебное место просто. Такая энергетика невероятная, светлая. Невероятная. Да, расскажи. А сам приятно слышать. Хозяин вообще волшебник. Об этом все давно знают. Ой-ой-ой, еще. Алёша, ты тоже расскажи. В этом месте невозможно жить и находиться без любви. Ух ты, все с любовью. Да. Здесь все с любовью. Здесь шикарные картины, написанные с любовью. Смотри, как. Вот смотри, Здесь, как говорится, философия любви, которая из уст Хасая. Вашими устами. Да. Как это говорится? Ну говорите. Здесь психология любви, которая здесь живет и существует. Смотри, как вы хорошо. Здесь лечит людей, здесь возрождает людей, здесь. Люди начинают любить друг друга. Ты сейчас наговоришь, ко мне сюда толпа привалит. Да, привалит толпа, да, это хорошая вещь. Главное отбиться вовремя толпы. Ты хорошо выглядишь. Любовью. Ты хорошо выглядишь. Алёша хорошо выглядит. Да, мы вообще стараемся. Слушай, ну скажите что-нибудь нашим друзьям. Друзьям говорим. Так. Приходите сюда. Да не надо, не надо, не надо. Будьте здесь счастливы, но только по делу, только по делу. Ты не о том говоришь. Ты мне журналиста когда приведешь? Журналиста своего. Журналисты, приходите сюда. Приходите и пишите о том, что здесь происходит. Пишите об этом замечательном человеке. Не обо мне. Я хочу всем рассказать, как можно создать, чтобы Россия в уникальном положении между Западом и Востоком повернула внимание из Запада и Востока на себя и согласовать через них генерацию, чтобы люди во всем мире были творческие, здоровые. Вот это... И мы сохранили разум на планете. Дай Бог. Разум на планете сохранить сейчас очень тяжело, на самом деле. Сегодняшний мир очень тяжелый, в смысле наличия разума. Поэтому им нужна отсюда моя, идет моя, разум. Моя отсюда идея. Идет разум на планету, тот, который должен быть. Хотите сохранить разум? Да. Это отсюда. Приходите сюда. Да. И мы тогда сядем. Но я хочу сказать, что вы не просто приходите, а еще и приносите. Да, халву приносите, да. Чтобы все было не просто так. Да. И уходя отсюда, выносите состояние счастья и любви. Отлично. Это мы под Новый год вас всех поздравляли. Да, вот даже так. В Новый год и уже в начале Нового года. Да. Это год. Видите, а мы все трезвые. Да, только да. Улыбки нас, как говорится, вводят в такое хорошее состояние. Потому что пришел ко мне друг Захаров. Да. И они, Захаровы, тут произвели такое впечатление хорошее. Поэтому мы не могли это не записать на блог. Ну, на самом деле мы не такие трезвые, мы просто крепимся и держимся. Вот видите, взялись за руки друг друга, чтобы удержаться. Держись. А хочешь что-нибудь сказать, Анна? Да, конечно. Хочу пожелать друзьям здоровья, счастья, благополучия, чтобы они дорожили друг другом, ценили. И особенно о близких. Слушай, ты как это Франциск, который был другом Христа, когда его на крест тоже хотели. Ему сказали, говори последнее мое желание. И он сказал, хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Да, вот. Да. Это действительно самое заветное мое желание, чтобы все люди были счастливы. Потому и что добры ты, друг ты другу. Женщина, и еще красивая, и умная. Поэтому надо, чтобы больше в правительстве было женщин на земле, потому что они миролюбивые. Они, в отличие от нас, мужиков, которые каждый там показать себя, они, наоборот, для сохранения мира на планете. Конечно, поэтому хотим, чтобы в новом году больше было любви между людьми. Да. Чтобы мы сохранили разум мужики на планете. Мужики хотят показать себя, а женщины хотят показать себя красивых. Можно посмотреть. Да, ну и теперь мы посмотрим. Я надеюсь. Да, спасибо, друзья. Спасибо. До встречи.